Тиф, не такая голодная. Тифа не голодная. Давай покажем, какая Тифа не голодная. Тинь-тинь, иди сюда. Тифани, согласна. Тифани, давай, кушай. Да я ж Тифани дала. Тинь-тинь, кушай. А то сейчас я... Ну, если не кушаешь, на, наверх, иди сюда. Хотела Марселю дать. Ну, Марсель не захотел такое кушать. Алисы поели. Это для вас неинтересно. Тинь-тинь, а ты такое не ел, кушай. Кушай, там яйцо. Нет, кастрюлю не открывай, она же горячая. Я же тарелочку положила, тинь-тинь. Где Марсель? Марсель, иди сюда. В туалет ходил. А, в туалет ходил. Иди. Идем. А что там Марсель даешь? Покажи. Орешки. Ой, повезло Марсельке. А он боится этого тузика. Тузик, орехи это для Марселя. Иди кушай, Марсель, не бойся. Бери, бери тузика. Пусть не боится. А тузик попадает на него? Да, тузик, да. Боже, тинь-тинь голодный. Ой, кусей, кусей. Вообще Марсель это поставила. Покрышила туда мелкое яйцо. И пожалуйста. Лисам не хватало. Марсель не стал, ушел. А тинь-тинь и Тифани с удовольствием. Сначала Тифани. Теперь там ничего нет уже. Тарелку хватит облизывать. У меня больше нет, надо сварить. Видишь, как яйца кушают? А еще у тебя осталось мясо. А кому ты мясо дашь? Да, не кушаешь. Яйцо. Саша, дай это. Дай это. А, там. Кому? Я думала лисе. Курочку кусочек. Или Марселю. Сам ешь курицу. Он все-таки решил орешки съесть. Слушай, ну яйцо ему, ей сильно понравилось ему. И ей, и ему. Так, Марсель, дай... А, он все прячет сразу. Тузика. Тузик, не надо загонять Марсельку. Тузик, на тебе. Тузик. Курочку папа дает. Не вышло. Папа, ты обманул насчет курочки. Тузику. Обманул. Марсель, дай свои орехи, папа тебе положил. Марсель, вот орехи твои. Марсель. Давай. Ну куда ты стирать это все сразу? Ты что, думаешь, это грязные орехи? Они на полу валялись, да? Ой, как это грязные орехи. Тинь-тинь, ты уже скушал? А ты там ничего нету. Ой, а мне кто-то звонит. Пойдем отвечать.